Вопросы вакцинирования населения прямо относятся к нашей работе, потому что 35% населения Белгородской области – это люди старшего поколения. Есть особая категория граждан 60+, которую мы мониторим, и в вакцинации которой мы, в общем-то, заинтересованы и принимаем в это участие. Ситуация с коронавирусной инфекцией остается очень напряженной, острой, и мы считаем, что дополнительно принятые меры неприятны, но они необходимы. Здесь нужна не только личная, нужна гражданская позиция. Не себя лично только защитить, а защитить всех окружающих, начиная с семьи, с внуков, детей. А затем уже подумать о том, что если мы все будем защищены, значит, и изменится к лучшему ситуация в области и в городе, а значит, будут отменены дополнительные меры, и жизнь наша вернется в прежнее русло. Вакцина защищает тебя и твоих родных.